1 февраля в Центральном зале Казахстана состоится концерт «Британский вечер» в Астане «With the Beatles». В этот вечер Государственный оркестр Академия солистов исполнит лучшие хиты из репертуара ливерпульской четверки. Музыканты выступят под руководством мальтийского дирижера Алана Киркопа. Для нас это тоже будет первый опыт, но ориентируясь на мировую практику, да, то есть как бы это будет не впервые, такие проекты уже происходили, и в частности, вот эти композиции группы Beatles уже звучали за рубежом. Можно сказать, что это будет астанинская премьера. Я думаю, что это будет очень интересно. В этот уникальный вечер свое искусство продемонстрирует хор Казахского национального университета искусств под руководством хормейстера Батыржана Смакова. Возможность окунуться в атмосферу мелодий знаменитой рок-группы подарит гранд-финалист телевизионного проекта «Казахстан Даусы» Ербол Тажибаев. Великую трагедию Шекспира «Ромео и Джульетта» поставили в Государственном театре кукол города Алматы. Вот только спектакль не для детей, ограничение 18+. Идею создания этого спектакля режиссер Дина Жумабаева вынашивала целый год. Я уже ставила же «Ромео и Джульетту», думала, а интересно было бы в кукольник посмотреть. И как бы дальше оно начало созревать и дозрело до сегодняшнего дня. Главные роли исполняют студенты третьего курса Казахской национальной академии имени Жургенова. На самом деле решений на данное время у разных режиссеров много. Как бы каждый старается удивить, но я не хотела удивлять, я просто хотела, чтобы именно тема любви она звучала. В каком плане, да? То есть и поэтому на главную роль были взяты молодые люди, то есть их вот этими детскими понятиями. Нельзя не отметить работу художника Юлии Черновой. Это ее первый опыт в кукольном театре. Ранее она трудилась в драматическом. Говорит, этот проект принес в ее творчество много открытий. Открытие со стороны актеров. То есть актеры великолепные, которые не только водят кукол, да? Это прекрасные драматические актеры, которые поют и танцуют. Это было открытие со стороны технической. То есть это были интересные куклы. Это была техническая сторона, то есть устройство этих кукол, прекрасные мастера, которые здесь работают. Сегодня в зале аншлаг. Громкие аплодисменты, восторженные лица людей и, конечно же, не обошлось без слез. Ведь нет печальней повести на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Труппа театра «Астана-балет» отправится на гастроли в Караганду. 23-24 февраля в Карагандинском русском драматическом театре имени Станиславского артисты представят мировые шедевры балетного искусства. В Караганде выступаем уже не первый раз. Это вторая наша гастрольная поездка. И 5 лет назад публика Караганды нас приняла очень тепло. И мы надеемся, что наша программа понравится жителям и гостям один из крупнейших городов Казахстана. И мы надеемся, что в рамках реализации программы «Рухани Жангару» наша труппа подойдет к исполнению этих поставленных задач ответственно и тщательно. В первый гастрольный день зрителям представят серенаду Джорджа Баланчи и постановку «In the Middle, Somewhat Elevated» Уильяма Форсайта. На второй день запланированы показы произведения Рикардо Амаранте «Love, Fellas» и «Fuego Lento», а также спектакля «Love's Lost Idols» Эцио Боссо. Следующий выездной тур театра «Астана-балет» намечен в город Атырау уже в марте. В завершении выпуска афиша ближайших событий. 31 января посетите спектакль «Зере» в Казахском музыкально-драматическом театре имени Куанышбаева. 31 января во Дворце мира и согласия пройдет постановка «Язычники» труппы театра имени Горького. 31 января артисты театра драмы имени Ауэзова дадут спектакль «Гамлет».